Сели же боки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И все вместе подпоем. Солнышко лучистое любит скакать, с облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все разрабатываем руки. Все разрабатываем плечи, чтоб в походах было легче. Все разрабатываем ноги, чтоб не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы пелось веселее. Солнышко лучистое любит скакать, с облачка на облачко перелетать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Так, приготовьтесь. Сей момент самый сложный элемент. Надо пополам согнуться и руками земли коснуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, все постарались. Разогнулись, отдышались. Солнышко лучистое любит скакать, с облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Не халтурить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Прыгают, скачут все на свете, даже зайцы и медведи. А жирафы и слоны скачут прямо до луны. Кошки, белки, утки, свинки, все на утренней разминке. Всем прибавилось настроение от такого пробуждения. Солнышко лучистое любит скакать, с облачка на облачко перелетать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Полного удовлетворения в заключении упражнения. Встали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи. Прям до неба дотянись. Выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке. Молодцы, конец зарядки. Солнышко лучистое любит скакать. Вставай, с первыми лучами вставай. Мир ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если вам совсем не мется, обтирайтесь, чем придется. Водами займитесь процедурами. Если вам совсем не мется, обтирайтесь, чем придется. Водами займитесь процедурами. Танцуют локтями все, танцуют локтями все. Танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь все. Танцуют локтями все, танцуют локтями все. Танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь все. Танцуют локтями все, танцуют локтями все. Танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь все. Танцуют локтями все, танцуют локтями все. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Thank you.
good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Чем ты увлекаешься? Я люблю бокс, поспать, поесть. Скажи, тебе в лагере понравилось? Мне в лагере очень понравилось. И чем тут занимался? Проходил квест, танцевал на дискотеке. Скажи, а в столовой вкусно кормят? Да. У тебя какое любимое блюдо? Нет, ничего. Кому бы привет передал? А маме, папе. Ну, передавай. Всем привет. Меня зовут Павел. Мне 9 лет. Я из Санкт-Петербурга. Чем увлекаешься? Боксом и всякими другими видами спорта. Скажи, тебе в лагере понравилось? Да. С кем ты тут подружился? Можно сказать, не с кем. Ну, а в лагере чем занимался? Ну, отдыхал, наверное, да? Ну, да. На дискотеку ходил? Да. Кому бы привет передал? Маме, маме. Ну, передавай.
Наконец-то я запомнил. Меня зовут Артём, мне 14 лет. Приехал из Санкт-Петербурга. Чем увлекаешься? Боксом, футболом и другими игровыми видами. Скажи, в лагере чем занимался? Тренировался. На море ходил. На дискотеку ходил? Нет. Кому бы привет передал? Родителям своим. Меня зовут Вова, мне 14 лет. Я увлекаюсь боксом. Я из города Санкт-Петербург. Скажи, в лагере понравилось тебе? Очень. Чем ты тут занимался? Я в изоляторе лежал. Еще не успел отдохнуть, да? Не, ну так пару раз на море ходил. А в основном только в изоляторе. Я понял. Скажи, кому бы привет передал? Родителям. Всем привет, меня зовут Максим, мне 15 лет. Я приехал сюда тренироваться в боксе. Я приехал из Санкт-Петербурга. Мне тут все нравится. Я познакомился с Пином, с Копатычем. Хочу передать привет родителям. Всем привет, меня зовут Лена, мне 12 лет. Ты откуда к нам приехала? Из Питера. Скажи, ты чем увлекаешься в свободное время? В лагере понравилось? Да. Чем ты занималась? В лагере чем занималась? Я ходила на дискотеки, на пляж. Кому бы привет передала? Привет, кому бы передала? Всем привет, меня зовут Соня, мне 12. Я занимаюсь карате, рисовать и спать. Передаю привет. Скажи, а в лагере тебе понравилось? Ну да. Чем ты тут занималась? Ходила на море на дискотеке. Скажи, а в столовой вкусно кормят? Да. У тебя какое любимое блюдо? Мне нравится рис. Всем привет, меня зовут Егор, мне 10 лет. Я приехала из города Санкт-Петербурга. Чем увлекаешься? Я увлекаюсь боксом. Ну, а в лагере понравилось? В лагере, да, понравилось. Чем ты тут занимался? Я занимался. Ходил на пляж, тренировался. Ну, отдыхал, одним словом, да? Нет. Кому бы привет передал? Я передаю привет. Сколько лет тебе? Мне 9 лет. Я приехала из города Санкт-Петербург. Скажи, чем увлекаешься? Я увлекаюсь боксом, плаванием и футболом. Скажи, в лагере понравилось тебе? Да. Ты чем тут занимался? Тренировался, ходил на пляж. А на дискотеку ходил? Да. Понравилось? Да. Ты же с кем подружился уже? С Егором. Кому бы привет передал? Родителям. Меня зовут Михаил, мне 15 лет, я из Питера, я увлекаюсь боксом и чтением. В лагере я занимаюсь тренировками, хожу на море, что еще, отдыхаю как можно, загорать. Когда в столовую ходил? Да. Вкусно кормят? Довольно. У тебя какое любимое блюдо? Плов. Подружился с кем? Со всей своей комнатой. Кому бы привет передал? Своим родителям. Передал. Всем привет, меня зовут Артём, мне 12 лет. Я приехал из города Питер. Я увлекаюсь баскетболом и боксом. Лагерь мне понравился. Чем тут занимался? Я занимался боксом и ходил на пляж. С кем подружился уже в лагере? Со всеми. Кому бы привет передал? Родителям. Передал. Всем привет, меня зовут Олег, мне 12 лет, я приехал из Санкт-Петербурга, я увлекаюсь боксом, в свободное время я играю с ребятами в футбол, хожу на пляж и занимаюсь тренировками. В лагере кормят, да, довольно вкусно, и привет, я бы хотел передать своим родителям. Меня зовут Миша, мне 13 лет, лагерь мне нравится, в свободное время мы купаемся и отдыхаем от тренировок.
Хочу передать привет своим родителям и бабушке. Всем хай, меня зовут Дима. Мне 13 лет, я из Санкт-Петербурга. Я увлекаюсь боксом, мое хобби – футбол. Так мы с ребятами отдыхаем, в свободное время купаемся и проходим всякие квесты. Лагерь мне не очень понравился, тем, что много насекомых. Нас постелили вообще не там, где надо, а душ я вообще молчу. Но нам очень понравилась еда и вожатая. Ребята довольно хорошие, я со всеми познакомился, все очень приветливые. Хочу передать привет своим родителям. Привет, меня зовут Вова, мне 8 лет. Я занимаюсь боксом. Ну а помимо бокса, что еще любишь делать? Ну, в свободное время. Гулять любишь? Скажи, а в лагере тебе понравилось? Да. Чем ты тут занимался? В лагере чем занимался? Отдыхал, да? На море ходил? Море понравилось тебе? Скажи, а с кем в лагере подружился уже? Всем привет, меня зовут Богдан, я из Санкт-Петербурга. Я занимаюсь боксом. В лагере мне все понравилось, но кормят невкусно. Почему невкусно? Ну, потому что невкусно. Скажи, а в лагере вот еще чем занимался? Тренировками, ходил на дискотеку, проходил квесты, ходил на море. Все. Кому бы привет передал? Родителям. Ну, передавай. Здравствуйте, меня зовут Богдан Георгий, я из города Санкт-Петербург. Мне нравится спать, гулять, купаться на море и пинать мяч, играя в футбол. А чем увлекаешься вообще? Увлекаюсь боксом. Ну а помимо бокса что еще делаешь? До этого плавание, мне до сих пор нравится. Скажи, в лагере чем занимался? В лагере? Один раз поиграл в футбол, тренировался и купался, и чуть-чуть сдал. Ну, отдыхал, да, одним словом? Нет. Не отдыхал. Кому бы привет передал? Маме, одному Руслану и бывшему однокласснику. Ну, передавай. Здравствуйте, я Евгений Николай, тренер школы бокса номер 1 в Санкт-Петербурге. Желаю своим воспитанникам набраться сил, укрепить здоровье, хорошо отдохнуть и подготовиться к новому учебному и спортивному сезону. Я вас всех люблю. Привет! А сейчас мы встретим отряд под номером 8! Ребят, вы что-то очень тихие, я вас не слышу. Как встречаем? Каждый из нас о чем-то мечтает. Смотрит в будущее. Но столкнувшись с реальностью, не всегда получается так, как мы ожидаем. Смотрим. Полина Андреевна, к вам приехал отряд боксеров. Обахашла!
Oh,
сражаться с парусами, с якорями, на морской песок роняя золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. На-н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 а-
нам жизнь. Мы с судьбой готовы спорить. Судьба, держись. Ведь до нас были герои и были примеры. Мы на них теперь равняемся, и в них мы верим. Ты сильным будь, ты будь смелей. Пройти сумеем 100 путей. Но среди них наш путь один. Всегда вперед мы пойдем.